Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Бурят-Монгол РХТ». Мир захлестывает кошмар войны. Продолжается война в Украине. А недавно пожар войны с новой силой запылал на Ближнем Востоке, в Израиле. Сегодня мы встречаемся с другом нашего движения, который в настоящий момент находится в Хайфе, в Израиле, хотя с семьей несколько лет уже живет в Мексике, но так получилось, что он поехал проведать родителей и оказался в стране, которая охвачена войной сейчас. Это Михаил Полищук, известный колумнист русскоязычного израильского издания «Релевант», программист, друг нашего движения. Как сейчас, что сейчас происходит в Израиле? Как вы? Привет, Раджана. Добрый день всем зрителям и слушателям. Ну, тяжело объяснить на словах, что происходит. С одной стороны, внешней точки зрения, если походить по улицам Хайфы, то как будто бы ничего особенного не происходит. Рестораны открыты, кафе открыты, и жизнь как будто продолжается. Но на каком-то глубоком уровне, мне кажется, то, что произошло, нанесло невероятную травму всему народу. Такого в Израиле не было никогда. Речь идет о мегатеракте, пропорции которого, мне кажется, люди еще не осознали. 1400 убитых, из них большинство обычные гражданские люди, женщины, дети, убиты с невероятной жестокостью в своих домах. И это подняло все те страхи, все те травмы, которые еврейский народ несет в себе еще со времен Холокоста. И поэтому, ну, как бы для людей, может быть, издалека кажется, что это всего лишь повторение всего того, что уже было, какой-то очередной всплеск насилия, но изнутри это все ощущается как нечто совершенно новое, и поэтому тяжело даже сказать, что будет дальше, потому что, естественно, Израиль не сможет перейти к обычной повестке дня и сделать вид, что ничего не произошло. Теракт такого величины потребует, конечно же, от государства очень сильной реакции. Всем, по-моему, уже понятно, что будет наземная операция в Газе. Израиль постарается уничтожить Хамас. Что будет? Это, конечно же, возьмет огромное количество жертв, как со стороны израильских солдат, так и со стороны гражданского населения в Газе. Скорее всего, Израиль, конечно же, добьется своей цели, если он такую цель поставит себе. Но, конечно, непонятно, что будет после. Кто будет управлять Газой и что там будет происходить после этого. Вот. Но как бы то, что произошло, конечно же, совершенно меняет, мне кажется, ситуацию. То, как происходила вот эта вот постоянная интеракция с Хамасом последние 15 лет, 2007 года, Хамас запускал ракеты, они не наносили большого ущерба, Израиль отвечал какими-то там точечными ударами по Газе, и вот это вот бесконечные вот эти вот небольшие всплески насилия, которые быстро сходили на нет, такого больше не будет. То есть сейчас, конечно, произойдет какое-то изменение этой парадигмы. Еще, конечно, непонятно, как именно. Я пригласила тебя на этот эфир, потому что сейчас, естественно, все считают своим долгом высказаться по этому поводу, независимо от того, есть у них компетенция говорить об этом вопросе или нет.
Ну, наши бурятские чаты тоже, в общем-то, не отличаются от общей тенденции. Вот. И я заметила, что, как всегда, интернет разделился. Кто-то безоговорочно поддерживает Израиль в этом конфликте. Кто-то, ну, немногие голоса говорят о том, что нельзя говорить, значит, однозначно, что именно Израиль прав в этом, потому что существует проблема оккупированных территорий, существует эта проблема, которая годами накапливалась. Вот. И российские либералы, в общем-то, и в этом вопросе также отличаются от западных либералов, потому что среди них очень много оказалось любителей простых решений сложных вопросов. Например, писатель Акунин на своей странице в Фейсбуке написал следующее: «Своя война — это когда убивают тех, кто тебе близок. И оставаться нейтральным при такой войне, по-моему, непристойно. Ты или на одной стороне, или на другой. А кто только теплый, но не горячий, не холодный, тот, мягко выражаясь, да будет извергнут из уст. Я за Израиль, потому что он сражается со зверством и дикостью, и потому что у меня там свои». А вот, Миша, вот я, естественно, не прошу тебя сразу же дать какое-то решение этому вопросу, но просто можешь как-то высказаться по этой теме. То есть как человек, который является гражданином Израиля, как человек, который служил на флоте в Израиле, выскажи, пожалуйста, не мог бы ты высказаться на эту тему и дать такое взвешенное мнение? Да, мы сейчас живем в такой интересный момент в истории, когда благодаря интернету и соцсетям информация становится моментально доступна с любой точки Земли. И поэтому нам кажется, что у нас есть достаточно информации, чтобы обсуждать любой вопрос, иметь мнение по любой теме. Вот. Но информация эта очень часто довольно плоская, потому что обычно то, что мы видим в соцсетях, это какие-то вырванные анекдотические истории, за которыми моментально выстраиваются какие-то готовые нарративы. Очень мало аналитики, очень мало исторического контекста в той информации, которую мы видим. И поэтому да, люди очень быстро приходят к каким-то готовым ответам на очень сложные вопросы. Я понимаю, что у людей, которые потребляют и которые интересуются темой войны на Украине, сразу хочется делать какие-то аналогии вот, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, но мне кажется, не стоит торопиться делать какие-либо аналогии. Конфликт или война в Украине с моральной точки зрения действительно очень простая, да, то есть там как бы ничего сложного нету, просто явная агрессия со стороны фашистского режима против суверенного демократического государства. А когда речь заходит о конфликте между Израилем и палестинцами, все намного-намного сложнее. Тут действительно клубок, очень запутанный клубок, который идет назад, на 100 лет назад. Для того, чтобы начинать понимать, что происходит, нужно действительно вначале почитать все-таки историю этого конфликта, почитать, с чего все началось, как оно все развивалось и что мы имеем сегодня. Насчет российских либералов я бы все-таки порекомендовал не читать, не потреблять информацию от людей, которые далеки отсюда. Я вот видел, что
Госпожа Латынина очень много высказывается по этому поводу. Она до недавнего времени была специалистом по изменению климата, потом она стала специалистом, значит, в украинском вопросе, а сейчас она уже специалист на теме Ближнего Востока. Вот не надо слушать людей, которые на самом деле довольно далеки отсюда и имеют достаточно плохое представление о происходящем. Я потом могу упомянуть несколько людей, которые, мне кажется, заслуживают намного большего внимания. А в принципе, если сказать, для русскоязычной публики, мне кажется, что самые взвешенные мнения будут у русскоязычных израильтян, кто придерживается левых взглядов, которые настроены либерально, которые часто критикуют Израиль за политику, за ту политику, которую правительство проводило последние 15 лет. И поэтому, мне кажется, их взгляды, их аналитика будет куда более взвешенная, она даст лучшее представление людям о происходящем в Израиле, чем вот это вот, ну, просто такое вот патриотическое, и не очень глубокое видение ситуации со стороны, в том числе русских, российских либералов. Я также читала мнение некоторых военных, бывших ветеранов армии Израиля о том, что вообще начало этого конфликта выглядело очень подозрительно, потому что, насколько вот они помнили, к границе невозможно было вот проползти таракану, да, и вдруг совершенно неожиданно врываются вот эти вот огромные, можно сказать, группировка прорывается. Как это могло произойти вообще? Это вопрос, который сейчас задают себе все израильтяне. Речь идет, люди это уже называют провалом, и, может быть, даже слишком слабое слово для произошедшего. А тут было даже не один провал, тут было как минимум три провала. Первый был провал разведки, которая не имела никакой информации о том, что готовится теракт такого размера. Это настоящая ну, атака и, как сказать, инкурсия 2-3 тысяч вооруженных боевиков в приграничные поселения, города. Разведка ничего не знала про это происходящее. Это был первый провал. Второй провал — это где была армия? Почему так мало подразделений, почему так мало вооруженных солдат было на границе. И третий провал, почему взяло так много времени, чтобы десантники и, значит, военные наконец пришли и освободили те кибуцы и те города, которые буквально завоевали боевики. Надо понимать, такого не было ни разу в Израиле, чтобы вооруженные боевики заходили в города, заходили в кибуцы и оккупировали их буквально. Это огромный провал армии, разведки, естественно, политического руководства. Одно из предварительных известий, которых уже сейчас говорится, это что большая часть именно дивизии Газы, которая в обычное время занимается охраной границы, находилась в это время на территории Иудеи и Самарии. Я напомню, 7 октября это праздник Симхат Тора, последний день еврейского праздника Суккот. И в это время, когда евреи собираются на молитвы, и вот существует информация о том, что достаточно большие силы армии были стянуты в район Иудеи Самарии, в район западного берега реки Иордан для охраны
поселений, на которых молились вот поселенцы, то есть где живут поселенцы. Я напомню, что большая часть этих поселений, точнее, все поселения на западном берегу, они нелегальны, причем, что большая часть поселения даже нелегальна в израильском законодательстве. То есть есть поселения, которые Израиль признает, и которые были построены законным путем с точки зрения Израиля, а есть даже незаконные, нелегальные поселения, просто какие-то палаточные городки, выстроенные, поселенцами. Речь идет о людях религиозных, которые считают, что, значит, Бог дал землю, всю землю израильскую, значит, Бог дал евреям, и поэтому они считают своим долгом, значит, занимать фактически землю, часто отбирая ее. Часто это частная земля, которая принадлежит палестинцам, они ее отбирают или воруют и основывают там вот эти вот незаконные палатки. Армии ничего не остается, как защищать их, потому что, естественно, они вызывают гнев и негодование со стороны проживающих рядом палестинцев. Вот. И вот всем этим армия должна заниматься. И ей приходится охранять вот эти вот незаконные поселения, какие-то палаточные городки, пользы от которых никакой нет для государства, и они, в принципе, действуют против интересов государства. Но в связи с политической ситуацией в Израиле, в связи с тем, что вот эти люди имеют сильное влияние сейчас в коалиции, они, по сути, находятся в коалиции с Нетаньяху, вот армия приходится заниматься такими вещами. И вот есть такая информация, что часть этого провала связана с тем, что израильская армия занималась охраной вот этих вот поселений, в то время как приграничная территория с Газой была, по сути, оставлена, что привело к этой ужасной трагедии. Вот какие сейчас популярные мнения в Израиле имеются вот по поводу как раз и поселений этих, вот, и вообще вот касающиеся отношений Израиля и Палестины? И какие мнения правильные, какие неправильные? Не мог бы ты рассказать немного об этом? Дело в том, что тема палестинско-израильского конфликта в принципе не находится на повестке дня в Израиле, ну вот, скажем так, до того момента, когда происходит какой-то теракт или происходит какая-то трагедия. Как наши зрители, наверное, знают, был мирный процесс, который начался в начале 90-х, в процессе которого были подписаны соглашения Осло, которые дали автономию, которые создали палестинскую автономию на западном берегу. И потом Израиль ушел, оставил поселения, которые у него были в Газе, ушел из Газы. То есть вот этот мирный процесс, который продолжался вот где-то с начала 90-х, и можно сказать, что он остановился где-то к 2009 году, когда Нетаньяху пришел к власти последний раз. Точнее, не последний раз, а вернулся к власти. Вот. С тех пор, с 2009 года, по существу, мирный процесс остановился. И постепенно можно сказать, что вообще тема мирного процесса ушла с повестки дня в Израиле. Есть у этого разные причины. Первая из них – это определенное разочарование, которое вообще сама тема мирного процесса пережила. Произошло это по ряду причин. Естественно, во множестве терактов, которые совершали террористические группировки, такие как Хамас, исламский джихад, которые были настроены против мирного процесса, которые не хотели урегулирования.
Они боролись и продолжают бороться за освобождение всей Палестины от сионистского еврейского, значит, элемента. Вот. И была вторая интифада, в которой тоже было много погибших. И весь этот процесс, в общем-то, потерял легитимацию в большом количестве израильтян. И правый лагерь успешно использовал всю эту ситуацию для того, чтобы, ну, можно сказать, убедить большое количество израильтян, что у нас нет партнера, что нам не с кем говорить, и поэтому нам ничего другого не остается, как вот просто все сохранять на каком-то таком маленьком огне, что у нас нет никакой дипломатической альтернативы. То, что нам остается, это просто думать о безопасности, и вот, значит, постоянно, значит, какие-то у нас будут войнушки, мы будем победоносно, значит, побеждать, но потом через год-два, значит, потребуется еще одна войнушка, и вот этот вот бесконечный цикл насилия, бесконечный цикл терактов и ответных ударов. Это вот все, на что мы можем надеяться, ничего другого у нас нет. Вот это вот та концепция, с которой Нетаньяу вот уже 14 лет, находясь у власти, вот он с ней, значит, находится. Более того, его концепция заключалась в том, что тот факт, что Хамас пришел к власти в Газе, это даже хорошо для Израиля, потому что таким образом можно миру представлять всех палестинцев как фанатиков, террористов, и можно не продвигаться в мирном процессе, потому что а с кем говорить, с Хамасом, что ли, который вот убивает детей и женщин? Нет, конечно. Ну, то есть его политика, Нетаньяху, приводила к тому, что Хамас усиливался, потому что все равно Израилю приходилось договариваться с ним на каком-то тактическом уровне, там ему передавались деньги из Катара, были какие-то договоренности с Хамасом. В то время как палестинская автономия, которая, в принципе, является более договороспособной и менее фанатичной, конечно же, ослаблялась. Потому что и Хамас как бы все больше и больше выглядел как представитель палестинцев, которому удается добиваться что-то от Израиля. В то время как палестинская автономия задвигалась куда-то в угол, и, в общем-то, это все не служило долгосрочным интересам Израиля, потому что мы сейчас видим, что такое Хамас, мы сейчас видим, что это не сосед, с которым можно сосуществовать. Вот. И единственный сосед, которые мы, да, можем договариваться, это палестинская автономия. Вот, но Нетаньяху делал все, чтобы ослабить ее, все, чтобы сделать ее... Все, чтобы не нужно было... Все, чтобы можно было с ними не договариваться, и можно было с ними ни о чем не говорить, с целью, чтобы, не дай бог, значит, не создать палестинское государство для правого лагеря. Палестинское государство стало такой вот красной тряпкой, что вот, значит, нам необходимо было сделать все, чтобы этого не произошло, в то время как, мне кажется, большинство израильтян все-таки понимают, что альтернативы разделению все-таки у Израиля нету. Не имея нормальных границ, не имея четких границ, имея необходимость защищать какие-то отдаленные поселения, мы видим, что государство ослабевает, и стратегически будущего у такой парадигмы нету. Ну, то есть, вот сейчас невозможно, то есть никто не видит, например, никакой возможности сосуществовать в рамках одного государства этим двум
общностям. То есть вот если бы была в свое время установлена нормальная автономия палестинская, без вот этого режима концлагеря, была такая возможность в принципе или нет? Ты говоришь про возможность. Смотри, палестинская автономия была создана как первоначальный этап на пути создания палестинского государства. Речь никогда не шла о том, чтобы, значит, Израиль и палестинские территории были частью одного государства. Хотя есть определенные, я бы сказал, очень наивные люди, которые думают, что это может быть, было бы желаемо или возможно, но большинству как израильтян, так и палестинцев это представляется чем-то утопическим и нереальным. Слишком много крови было пролито, слишком разные нарративы у двух народов. Жить в одном государстве представляется невозможным. Поэтому единственная альтернатива этому это да, это в конечном счете создание палестинского государства, которое бы не представляло угрозу Израилю, потому что оно было бы там без армии, и, допустим, Израиль бы все равно продолжал бы контролировать воздушное пространство, и были бы какие-то договоренности о том, кто проверяет там, что входит, какие товары, какие грузы входят в границы этого государства. Вот. Но в конечном счете, да, речь идет другой альтернативы какого-то разрешения этого конфликта пока что нет, никто не придумал. Вот. И поэтому речь идет именно об этом, то есть о том, что делать с территориями, с оккупированными территориями, которые сейчас Израиль военным образом контролирует, хотя у палестинской автономии есть руководит гражданскими вопросами на территориях, но Израиль все равно имеет военный контроль над ними. Вот в этом как бы центральный вопрос этого конфликта и то, что говорят левые в Израиле, да, то есть левый лагерь в Израиле, то, что это наш интерес, чтобы прекратить оккупацию, по возможности максимально, значит, брать поселения, которые нам не нужны, пользы от них Израилю никакой нету, они созданы лишь с какой-то утопической религиозной повесткой, которая не отвечает интересам Израиля. Вот. Создать четкую границу, если нужно построить или достроить забор на этой границе, и, наконец, стать нормальным государством, у которого есть четкие границы, и которые признаны мировым сообществом, и по возможности жить какой-то кооперации с нашим соседом, экономической, торговой и так далее. С этими незаконными поселениями у меня сложилось такое впечатление, что эти поселения, даже незаконные, то есть которые, ну, как ты говоришь, являются просто палаточными лагерями, Нетаньяху сознательно поддерживает, потому что вот эскалация конфликта выгодна ему. Я не согласен с тем, что эскалация конфликта выгодна ему. Ну, вот на И, мой как бы извини. взгляд, да, то есть я, конечно, не имею никаких знаний в этом вопросе, но вот чисто вот как обыватель, да, обычный. Ну, если кто-то незаконно устанавливает какое-то сооружение на чужой земле, то обычно власть должна убирать это сооружение, и человек должен как бы, ну, уйти с чужой земли. Разве не так? Почему же тогда
армия Израиля защищает эти незаконные поселения? Я объясню. Дело в том, что поселенцы сейчас являются важным партнером Нетаньяху в коалиции. Нужно, может быть, в следующем вопросе мы поговорим о политической ситуации в Израиле. Дело в том, что Нетаньяху это, как по-русски выразиться, хромая утка в политическом смысле. Это человек, против которого открыто и ведутся три судебных разбирательства. По сути, это человек, который находится под судом. Ему удалось создать эту коалицию вот, в прошлом году. И цель этой коалиции, одна из главных целей, это было спасти его от этого суда любым способом. И для этого, и ради этой цели он готов на все. То есть это человек, который занимается сейчас политическим выживанием. Это человек, который находится у власти уже 2009 года. И до этого у него еще был один срок трехлетний. Это человек, который очень долго находится у власти. Он считает себя практически мессией, практически спасителем Израиля. То есть это человек, у которого мания величия. Вот. И он считает, что, значит, избежать суда, это вот, во-первых, это его личный интерес, но он считает, что это интерес Израиля тоже. Поэтому он создал самое крайнее, самое ультраправое правительство в истории Израиля. Его партнеры — это откровенные расисты и практически не нацисты еврейского толка. Да, так возвращаясь к вопросу о том, почему Израиль, почему Нетаньяху поддерживает строительство поселений, или, во всяком случае, занимается попустительством в этом вопросе, идет на поводу вот у этих фанатично настроенных ребят, поселенцев. Дело в том, что он занимается спасением своей собственности, персоны. Он хромая утка, против него ведется сейчас три судебных разбирательства, и практически человек находится под судом. И он создал это крайне правое правительство, самое крайне правое правительство в истории Израиля, целью, чтобы спастись от суда, спастись от тюрьмы. И поэтому он сделает все, что от него потребует его партнер. А его партнерами являются такие люди, как Бен-Гвир, это сейчас, которого он назначил министром национальной безопасности. Это человек, который был в своей юности еврейским террористом. Человек очень крайних взглядов, мягко говоря. И Смотрич, партии Циянут Датит, который является, значит, неприкрытым расистом. Вот эти люди — это его партнеры. Естественно, что когда у тебя партнеры по твоей коалиции — это такие люди, естественно, что, значит, Нетаньяху приходится идти к ним на всяческие уступки, в том числе заниматься попустительством в плане, значит, этих незаконных поселений, в плане всяческих законов, всяческих законопроектов, которые они пытаются провести. Это все результат той ситуации, в которой он находится с судебной точки зрения. Это вот именно то, что происходит в Израиле. Значит, это тот фон, на котором произошел этот ужасный мегатеракт. Фон у этого, это происходящая в Израиле попытка судебного переворота, который Нетаньяху и его приспешники пытались провести. Вот. Мы можем поговорить об этом в следующем вопросе, если ты хотела бы узнать побольше деталей по этому поводу. А вот как пришел к такому критическому отношению к политике Израиля относительно конфликта? Um,
Но это был постепенный процесс. Еще будучи в школе, я помню, я придерживался правых взглядов. Мне кажется, что вообще молодежь в Израиле, в отличие, например, от молодежи на Западе, она в большей степени более правая. А потом вот с возрастом, со временем службы в армии, во время жизни в Израиле постепенно вот эти вот максималистские взгляды, которые люди, значит, которые у людей есть вот в молодости, они постепенно, значит, сходят на нет, и появляется видение какой-то более сложной реальности, которой не просто мы хорошие, а не плохие, а в которой есть определенная история этого конфликта, и мы не всегда... Не всегда все, что делал Израиль, это было этичным и моральным. И в конечном счете речь идет о населении, которое живет в совсем других условиях. Израиль развитая страна, экономически развита, с сильной армией. В принципе, жизнь в Израиле вне, так сказать, вот этих ситуаций, она достаточно комфортная для многих людей. Вот. И, в принципе, израильтяне особо не задумываются, каково жить палестинцам, в каких условиях они живут. Вот. Эхуд Барак, один из начальников генерального штаба и премьер-министр в прошлом, как-то сказал, что если бы он родился в Палестине, то он бы наверняка был бы боевиком. Вот. Что он этим хотел сказать? Что можно понять, откуда бы... Так сказать, откуда растут ноги у этой проблемы, да, то есть эти террористические группировки, и мне было бы так легко, значит, набирать людей, если бы этим людям было что терять, если бы у молодежи были какие-то возможность учиться, возможность находить работу, строить дом, семью и так далее, если бы были экономические возможности, если бы у них было какое-то видение будущего, конечно, этим группировкам было бы намного сложнее набирать себе в свои ряды боевиков. Вот. И вот это вот это понимание, да, оно постепенно приходит. Вообще, в принципе, как бы в этом конфликте нету вот хороших и плохих. То есть понятно, что Хамас и другие группировки это как бы людоеды, с которыми, в принципе, не о чем особенно разговаривать. Но кроме них есть и более умеренные голоса. И с палестинской стороны тоже. И, в принципе, опыт показывает, что когда людям есть что терять, например, вот именно среди тех палестинцев, которые, например, работают в Израиле, а есть такие программы, в рамках которых палестинцам на Западном берегу разрешается приезжать в Израиль, они работают часто в строительстве, например, зарабатывают для них хорошие деньги. Среди этих людей намного меньше шанса, что кто-то из них пойдет там взрывать автобусы или устраивать какие-то теракты. Потому что если у людей есть какая-то нормальная жизнь, какие-то нормальные более-менее условия для жизни, ну, они, наверное, дважды подумают, прежде чем идти на такие шаги крайние. Обычно в армии у людей как бы преобладают такие взгляды, как сказать, воинствующие, так, потому что, ну, можно говорить, что, например, вот кем являются ястребы, военные ястребы, это вот, ну, люди, которые в армии обычно командованные стремятся там, к какому-то военному решению таких вот вопросов. А в то же время, если мы говорим об израильской армии, ты уже об этом упоминал,
В израильской армии существуют определенные силы, элиты, которые, наоборот, стремятся к тому, чтобы разрешить эту проблему вот именно таким способом, я бы не сказала мирным, да, но я думаю, что все-таки, наверное, мирным, потому что они пытаются как-то донести точку зрения другой стороны до населения Израиля. Я говорю об организации Шоврим Штика, «Разбивающие молчание». Не мог бы ты рассказать вот об этой организации, которая состоит из ветеранов армии Израиля, и о поездке в Хеврон? Да, я начну, наверное, с вступления. Ты права в том, что выходцы из армии и генералы, которых много в израильской политике, это такой обычный путь, который проходят люди, они достигают каких-то высоких чинов в армии, потом они освобождаются, они идут в политику. Так вот, большинство таких вот бывших генералов, они придерживаются очень умеренных взглядов. И связано это, конечно же, с тем, что они понимают хорошо, значит, способности армии, и они понимают, что есть вещи, которые армия решить может, а есть много вещей, которые армия решить не может, и которые должны решаться политическим и дипломатическим путем. Также они видели стоимость любой военной операции. Они теряли близких людей, они теряли своих солдат, и поэтому они лучше других понимают цену, которую платит Израиль за, скажем, за то, чтобы отодвигать какие-то сложные решения и вместо этого надеяться на какие-то военные решения. Вот. Я сейчас поговорю также о Шоврим Штика, но до этого я хотел бы вот упомянуть другую организацию еще, называется Мефакдим Лебитахон. Это командиры за безопасность. Это организация, которая объединяет бывших генералов и пытается, значит, это гражданская организация, она аполитическая, но она именно занимается тем, что она пытается создать повестку, которой Израиль пытается, значит, принимать какие-то стратегические решения и быть инициатором решений, а не, значит, просто реагировать на происходящее. Вот у них, в том числе, на их сайте можно почитать и те предложения, которые у них есть по решению, значит, вопроса Судей Самарии, по решению вопроса с Газой. Речь идет о том, чтобы максимально, значит, снести поселения, которые незаконные, и, значит, выстраивать отношения с палестинской автономией, значит, в случае с Газой привести к ситуации, когда палестинская автономия будет руководить Газой, и, значит, Хамас снял оружие. Сейчас, конечно же, сейчас ситуация изменилась, но в любом случае это вот насчет позиций бывших генералов. Теперь про Шоврим Штика, ломая молчание, или переводе с иврита. Это организация, которая начала свою деятельность лет 8-10 назад. Речь идет о ветеранах армии, которые служили на территориях и которые делятся своими свидетельствами того, что они видели, того, какова реальность жизни под оккупацией. Это та реальность, которую большинство израильтян с ней не знакомы, кроме тех, кто там служил. И вот эти ребята, как бы израильские солдаты, да, не какие-то левые активисты, не какие-то палестинские активисты, а солдаты обороны Израиля, которые служили на территориях, и они делятся своими свидетельствами происходящего там. Свидетельства эти очень часто очень неудобные, очень некомфортные для израильского читателя. Каково это жить в условиях
присутствие армии, чужой армии, значит, на твоих городах или на въезде в твои города, в твои поселения, свидетельство того, насколько бесправные, по сути, эти люди, потому что у них нету, их не защищают израильские суды, они не являются гражданами Израиля, при том, что полиция и армия могут их арестовывать, могут их держать под арестом. Там, в принципе, есть такое понятие административный арест, это, которое означает, что можно просто взять человека под арест и держать его месяцами без необходимости в какой-то подоплеке. Вот. И есть как бы достаточно много палестинцев, которые находятся под административным арестом без каких-то предъявленных к ним обвинений. Вот. Есть двойные стандарты, есть как бы вот те же поселенцы, которые живут практически в тех же местах. У них, значит, одна судебная система, у них, да, есть доступ к израильскому суду, и как бы полиция с ними обходится очень лояльно. А вот палестинцы, которые живут рядом с ними, буквально, значит, вот соседней деревни, у них, значит, совсем другое отношение со стороны полиции, у них нет доступа к судам. То есть вот есть такая двойная реальность. Значит, с одной стороны, как бы демократическое общество для поселенцев, с другой стороны, военный режим для палестинцев. И вот Шоврим Штика, эта организация, значит, она собирает эти свидетельства и хочет показать вот эту вот реальность израильтянам, чтобы как бы люди познакомились с этой реальностью и поняли, что ну, нельзя так продолжать. И надо что-то делать с этим. То есть надо двигаться к решению этого вопроса и окончанию этой оккупации. Я читала у блогера Кеворковой описание ситуации в Палестине, в секторе Газа. Вот она как раз отвечала на вопрос, почему, ну, вот любители простых решений, они говорят, вот ООН выделяет огромные деньги для палестинской автономии, и вместо того, чтобы строить инфраструктуру, чтобы, ну, тогда обеспечивать достойную жизнь. Все эти деньги тратились на вооружение, на создание боевых групп, террористов. И она как раз писала о том, что вот эти деньги, они не идут напрямую, да, палестинскую автономию, потому что, например, вот подача воды, там, ну, в общем-то, в основном это вот были деньги, например, на подачу воды, и вода подается из Израиля, и в палестинской автономии в секторе Газа до сих пор нет нормальной подачи воды питьевой. Вот то, что идет из крана, там невозможно пить, например, да, с коричневого цвета и так далее, что лекарства, например, которые привозятся в автономию, они стоят на границе месяцами, и пока там не истекает срок годности. Ну, в общем, разные такие вещи. Вот. Но, к сожалению, многие наши читатели российские, вот они не знают всей этой подоплеки, и вот потому что, ну, сказать, что вот это все звери, да, что это не люди, гораздо легче, чем пытаться разобраться в ситуации. Вот. И мы уже говорили, ты уже упоминал российское Эйн Рэнд, Латыниной, которая является, сказать, энциклопедисткой и считает, что она вправе обо всем рассуждать с умным видом. Кого вот лучше читать? Ну, ты уже говорил, вот, что нужно читать вот определенных авторов, да, но вот кого бы ты мог посоветовать найти нашим читателям, чтобы лучше разбираться? Какие издания? Да, на тему
того, какие грузы въезжают куда. Тут надо все-таки разделять между Газой и западным берегом реки Иордан. На западном берегу нет этой ситуации с блокадой. Да? На западном берегу как бы Израиль пропускает то, что необходимо. Там, в принципе, более-менее в этом смысле нормальная жизнь. А в Газе совсем другая ситуация. Газу сейчас Израиль наложил блокаду. И вот эти многие годы там была частичная блокада, связанная это с тем, что Хамас находится у власти, и Израиль держит Хамас как ответственным за эту ситуацию. То есть, и тут как бы такой сложный вопрос. То есть, с одной стороны, да, есть элемент какой-то коллективного наказания, как будто бы, да, то есть почему жители Газа должны страдать там, от нехватки лекарств и из-за своего, значит, руководства. Но мы же знаем, что это всегда так. Мы видим то же самое в России, да, почему россияне должны страдать, да, многие россияне спрашивают, почему у нас там нету, не знаю, каких-то лекарств нас теперь, к нам теперь не завозят, вот из-за того, что товарищ Путин начал войну. Но, к сожалению, так оно бывает, что люди всегда страдают от своего руководства, от своего правительства. И как бы, тяжело как-то избежать этого. Непонятно, как бы, как Израиль должен выстраивать свои отношения с Газой, который, значит, в принципе, можно сказать, оккупировал или, можно сказать, не оккупировал, но руководит вот этот вот Хамас, да. Как бы нет хороших решений, по сути, у Израиля. На тему того, кого почитать, есть несколько авторов, которых я посоветовал бы. Ксения Светлова, она является востоковедом, арабистом. Она свободно говорит на иврите, на арабском. И прекрасно знает ситуацию на Ближнем Востоке. У нее есть телеграм-канал, который называется «Восточный синдром», в котором она делится, ну, каждодневными, так сказать, обновлениями о ситуации, так и так сказать, более общим контекстом происходящего как в арабских странах, так и в Израиле. Она была депутатом Кнессета от партии труда, вот, так что ее стоит читать. Есть хороший подкаст, называется он «Левые мысли», в котором участвуют Анна Кац и Аркадий Мазин, мои хорошие друзья, ребята, которые очень хорошо разбираются в истории конфликта, они придерживаются леволиберальных взглядов, они как бы критически часто рассматривают политику Израиля, и поэтому могут дать хороший контекст тоже. Они, по-моему, каждую неделю, раз в 2 недели они беседуют о происходящем на русском, и, в принципе, мне кажется, это будет интересным для зрителей, которые хотят получить именно информацию изнутри, а не каких-то там слушать аналитиков издалека, которые почитали немножко Википедию и считают, что они разбираются в происходящем у нас тут на Ближнем Востоке. Вот, ну, в прошлом вопросе я как раз упомянула о поездке на Хеврон. Насколько я знаю, ты как раз вот с этой организацией Шоврим Штика, «Разбивающий молчание», ездил на Хеврон, потому что они такие поездки организуют. Не мог бы ты рассказать об этом поподробнее? Да, это было пару лет назад. Эта организация организовывает для израильтян поездки в Хеврон. Надо понять, что такое Хеврон. Значит, Хеврон это находится на территории палестинской автономии. Это палестинский город, вот, в котором есть очень маленькое еврейское поселение. Окей, вернемся немножко в прошлое. Значит, еще во времена английско-британского мандата, значит, на территории Хеврона проживали евреи.
Потом в 20-е годы была серия погромов еврейского населения со стороны палестинцев, и в этот момент британцы попросили евреев переселиться из Хеврона. Что они сделали? И с того момента евреев в Хевроне не было до 80-х годов. 80-е годы, значит, какие-то религиозные деятели еврейские, значит, туда решили вернуться. Вот. И, значит, они, как можно сказать, незаконным путем туда пришли, заняли какие-то, значит, здания и вот стали там, значит, селиться. Вот. С тех пор, значит, в Броне появилась вновь, значит, еврейское поселение. Вот. И как часто бывает, армии, значит, не остается ничего другого, как их охранять. Армия-то граждане Израиля, которые, естественно, значит, оставаться среди, так сказать, враждебного населения без охраны невозможно, и поэтому их нужно охранять. Вот. И, значит, постепенно это вот поселение в Хевроне, значит, растет. Но все равно она остается очень-очень маленькой частью этого города. Вокруг, значит, большой палестинский город. Внутри этого большого палестинского города есть вот маленькие, в самом центре, значит, маленькое еврейское поселение. Вот. Чем интересно эта поездка в Хеврон? Тем, что ты видишь реальность происходящего. То есть ты видишь, что, например, что, да, что вот ради охраны буквально вот этого маленького анклава, значит, там центральная дорога, центральная улица этого города перегорожена, например, да, то есть то есть палестинцам, как бы, для того, чтобы пройти там из одной части в другую, им там приходится там приходить какие-то блокпосты, то есть какие-то там совсем непростые решения приходится им принимать. Вот. Ты видишь, что, как я уже упоминал, как бы отношение, да, к палестинцам, отношение к вот этим поселенцам со стороны армии, оно, конечно, совершенно разное, да. То есть там есть улицы, например, на которых палестинцам, которые живут в домах, значит, запрещено выходить на эту улицу. То есть они должны выходить только во двор. То есть они могут выходить только во двор, а вот со своих домов на улицу им выходить запрещено. Они должны выходить во двор и потом какими-то дворами выходить, да, значит, дальше в город. Почему? Потому что по этой улице, значит, проходят евреи по дороге, там, значит, из своего дома в синагогу, например, да. То есть вот такие вот, как бы, моменты, которые, ну, когда ты их видишь очень, ты, как бы, у тебя возникают, значит, вопросы о том, насколько это хорошее решение этой ситуации. Как можно, в чем состоят вот препятствия сейчас к решению проблемы? Главные препятствия? Ой, я бы сказал, что кроме препятствий у нас ничего другого нету. Препятствий хоть отбавляй. В первую очередь недоверие, ненависть друг другу двух народов, недоверие. Потеря веры и потеря надежды, то, что какое-то решение вообще возможно. Чувство тупика. И, в принципе, да, невидение какого-то стратегического выхода из этой ситуации. Часто, когда говорят про решение каких-то конфликтов, то приводят пример, например, Ирландию, где удалось, значит,
католикам и протестантам договориться и прийти к какому-то мирному решению. Это приводится как пример того, что в принципе такие решения возможны, но в случае израильско-палестинского конфликта мне представляется, что мы можем встретиться с тобой, если мы доживем через 40 лет или через 50 лет, и мы будем говорить все о тех же вещах, о тех же проблемах. К сожалению, слишком разные нарративы у двух народов и слишком мало политической воли с обоих сторон попытаться договориться. К сожалению, как у Израиля, так и у палестинцев у лидеров нету политической воли, нету поддержки у достаточно большого количества своего электората для того, чтобы идти на какие-то сложные уступки. А для того, чтобы решить этот конфликт, необходимы уступки очень серьезные. И если бы рядом со мной сидел израильтянин более правого толка, он бы сказал, что Израиль пытался идти на уступки, и ничего из этого не вышло. Но это вот пример какой-то потери веры и то, что значит, какое-то дипломатическое решение вообще возможно. Вот. То есть, в принципе, сейчас в Израиле практически не осталось левых партий. Да? То есть, если в 90-е годы партия труда, значит, набирала большинство голосов, и вот Ицхак Рабин, премьер-министр от партии труда, кто, в общем-то, пошел на мирный процесс с палестинцами и вот заключил договор Осло. Значит, с тех пор партия труда, в принципе, пропала. То есть на последних выборах она с трудом перешла, значит, электоральный барьер. На следующих выборах она, скорее всего, не пройдет. Вот, партия Мерец, как бы левая либеральная, но сионистская партия, не прошла электоральный барьер на последних выборах. Вот, так что вот это вот, я думаю, индикатор того, что большинство израильтян потеряло веру в то, что какое-то политическое решение вообще возможно. Вот, в то время как на самом деле ничего другого у нас не остается, все равно. Палестинцы никуда не денутся, израильтяне никуда не денутся. И какие бы войны, какие бы столкновения у нас не происходили, все равно два эти народа никуда не денутся, они будут продолжать тут жить. И вопрос в том, как они будут жить, да, и, к сожалению, пока что представляется, что будет идти по тем же кругам, как оно шло до сегодняшнего дня. Прежде всего, я хотела бы выразить свою поддержку тебе, твоей семье, родителям. Я желаю вам безопасности прежде всего. Вот. И Израилю все-таки мира, необходимого всем людям. То есть все люди должны жить в мире, так скажем. Это банальная вещь, но я это все-таки скажу. Вот. И также вот, я думаю, что все равно существует решение проблемы. И когда люди поставлены перед вот этим выбором, просто я желаю сделать правильный выбор народу Израиля и народу Палестины. И я думаю, что действительно, скорее всего, ты прав, необходимо, чтобы вот на этом этапе два народа разделились на государства, вот, чтобы уже не было таких вот эксцессов, да, чтобы наконец прекратила литься кровь. Спасибо большое за то, что согласился
согласился прийти на встречу, вот, в наши разговоры по пятницам. Всего доброго, спасибо. И также я надеюсь, что в скором времени ты сможешь воссоединиться также с семьей. Спасибо, Раджана. Добрый вечер зрителям, слушателям и мира нам всем. Thank you.